Siedźmy! Танцевальная студия «Кардинал». Они поддерживают «Динамо Курск». Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на встрече между командами «Динамо Курск» и «Баскет Латэ Монпелье». Ladies and gentlemen, we welcome you on the match between teams Basket Latte Montpellier Agglomeration fans. Представляем составы команд. I present you all the teams. Basket Latte Montpellier Agglomeration France. France. Number 4, number 4, Adel Lardy. Number 6, number 6, Jenna Oher. Number 7, number 7, Ingrid Tanferi. Number 8, number 8, Misty Bass. Number 10, number 9, Melanie Rionte. Number 10, number 10, Claude Devier. Number 11, number 11, Valerie Ayei. Number 13, number 12, Gael Skreller. Number 13, number 13, Elodie Godard. Number 26, number 26, Naomi Hamann. Trainer команды, head coach, Valerie Demarie. Помощник тренера, assistant coach, Guy Pratt. Динамо Курск! Номер 5, number 5, Евгения Пырякова. Номер 6, number 6, Ирина Осипова. Номер 10, number 9, Елена Милохович. Номер 10, number 10, Happy Family Prince. Номер 11, number 11, Мария. Number 12, number 12, Albert Jacobson. Number 13, number 13, Christina Likina. Number 14, number 14, Ludmila Safa. Number 19, number 9, Ishil Albert. Number 21, number 21, Maria.
Bertice, Nabatuten, Ade Agumeken. Number 53, number 23, Seban Agasto. Третья команда, Кунус Ветра. Помощники тренера, ассистент коуч, Мартинс Зиппорс, Ирина Панар, Эрикс Высоцкис. Арбитры матча, referees of the match. Анастасиос Манос, Крис, Греция. Александр Сирица, Беларусь, Белоруссия. Павел Суслов, Эстония. Комиссар матча, commissioner. Таворин Нахич, Круэйша, Хорватия. Дамы и господа, пожелаем победы сильнейшей команде и поддержим болельщиков! Красивой игры! Красивой игры! Пожалуй, самому ценному игроку номер 46! Болельщики! У нас достаточное количество людей для того, чтобы мы смогли сделать перекличку между секторами. Начинаем с сектора А. Не просто похлопать, не просто подмечать, а крикнуть «Вперед, Динамо!». Ну что же, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители нашей трансляции. Мы рады приветствовать вас на втором домашнем матче в рамках Евролиги среди женских команд по баскетболу. Курская «Динамо», наше родное и горячо любимое, на своем паркете принимает гостей из Франции. Конечно же, Франции. Баскетбольный клуб BLMA, он же Монпелье, будем называть его Монпелье. Евролига. Наш четвертый матч в рамках Евролиги. Напомню, что до этого у нас уже в запасе есть две победы и, к сожалению, одно поражение. На домашнем паркете мы уже сумели одолеть действующих чемпионов Евролиги, стамбульский Галатасарай. Я надеюсь, что эта традиция, которая зародилась в первом матче, пронесется с нами, продлится до самого конца сезона, и наши девчонки подарят нам много радостных побед в Евролиге. И кто знает, может быть, она нам покорится. Поэтому верим в «Динамо», болеем за «Динамо». Всем зрителям еще раз добрый вечер. И, конечно же, красивой вам игры. Ну что же, мы начинаем. Начнем быстренько с составов команд. Команда «Монпелье», Франция. Номер 4 – Анаэль Ларди. Номер 6 – Дженна Охе. Номер 7 – Ингрид Танкверей. Номер 8 – Мисти Басс. Номер 9 – Мелани Рионде. Номер 10 – Флёр Девильер. Номер 11 – Валерий Аяи. Номер 12 Гаэль Скрелла. Номер 13 Элади Года. Номер 26 Наоми Халман.
Ну и, конечно же, безусловно, всем вам известный наш состав, наша заявка. Быстро перечисляю, улавливайте. 5-й номер, капитан команды Евгения Белякова. 6-й, Ирина Осипова. 9-й, Елена Милованович. 10-й, Эпифания Принц. 11-й, Мария Мясникова. 12-й, Анет Якобсоне. 13-й, Кристина Аликина. 14-й, Людмила Сапова. 19-й, Ишил Альбен. Номер 21-й, Мария Хрусталева. 30-й, Немкади Агвумики. И 33-й, Симон Агастус. Ну что же, удачи, Динамо! Мы вместе с вами, девчонки. Хорошей вам игры и, конечно же, победы. Держим за вас кулачки, переживаем и болеем. Пусть на самом деле Евролига не покажется вам сложной, а вы подарите нам много-много-много хороших побед. Итак, зал сегодня достаточно забит. Я бы сказал, что большая часть зала, конечно же, забита нашими зрителями. Я думаю, каждый уважающий себя курянин, и не только курянин, поверьте мне, я знаю, что гости из других городов сегодня тоже здесь есть, оставили все свои дела и пришли поддержать любимую команду «Динамо». Ну что же, старт дан, и Нека выигрывает вбрасывание, и это здорово. Мяч у Принц, кстати, на площадке, да, наша стандартная стартовая пятерка, всем вам хорошо известная, капитан Женя Белякова, 6-й номер Ира Осипова, 10-я Эпифания Принц, 30-я Немкади Агвумики и 33-я Симон Агасус. И вот наша атака, но, к сожалению, передача была не совсем удачной, Ире Осиповой было тяжело ее обработать. Вот 11-й номер сейчас держал мяч, да, Монпелье. 11-й номер Валерий Аяи, которая является, собственно, одним из лидеров команды. Кстати, напомню, что наши гости сегодняшние, вот, собственно, получаем средний бросочек, так легко и просто оставили одну номера 8-го, если я не ошибаюсь, да, Мисти Бас. И она спокойненько себе 2 очка и своей команде принесла. Так вот, собственно говоря, Монпелье является чемпионом своей страны действующим. Да, в 2014 году они удостоились этого звания. И Принц с сольным проходиком. Отличная передача. Женя, давай трешечку! Есть! Зал рукоплещет, и мы, конечно же, тоже. Каждое очко, каждый забитый мяч для нас сегодня важен. Спасибо, капитан, все было здорово. Нека фолит, к сожалению, да. Не хотела она этого делать, безусловно. Но по-другому не вышло. Ничего страшного. Собственно, это первый наш фол. Я надеюсь, что их сегодня будет немного, потому что, в принципе, последние матчи мы не так много фолим, если вы успели заметить, дорогие зрители. Сыграли мы только 1.5 минутки, счет 3-2, собственно говоря, вам все это видно. И в атаке Монпелье сейчас будет трешка, я думаю. И есть! 3 очка, к сожалению, Ингрид Танкверей, да, зарабатывает для наших противников. Симон Агастус. Отличная передача. Нека, давай. И есть. Здорово. Атакующую передачу на Симон. И, пожалуйста, запишите нам еще 2 очка на Неку. Вот так будет здорово. Отлично. Перехват. Симон. Здорово, здорово. Наш мяч. Можно? Нека уходила вперед. Вот снова она одна. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тут уже было слишком очевидно. Наверное, немножко затянули девчонки с передачей. И Элади Гада, собственно, ее и перехватил. Ничего, наше владение, да, мы будем с боковой вбрасывать. Пиф. Можно Ири, да, здорово. Отлично, сейчас Нека что придумает. Ира, развернись, ну ты же можешь, Ирочка, давай, 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 давай. Вот так вот, с фолом. Кто не знает Ирочку нашу? Ха-ха, давай, давай, вперед, отлично. Абсолютно каждому забитому мячу трибуны рукоплещут и фактически встают, потому что этот матч так долгожданен, так важен для нас, как, собственно, и каждый матч. Вперед, девчонки, давайте. Посмотрим еще один бросочек от Иры, но у нее, в принципе, в порядке все с этим делом. Ой-ой-ой, кажется, я сглазил, но больше не буду ничего говорить, чтобы не чувствовать себя виноватым за такие оплошности. 7-5. 7-5 ведем, 2.5 только сыграли. Слушайте, но время прям как-то тянется, я очень сильно переживаю и средний мы запускаем подбор, девчонки, подбор. Есть у нас такая небольшая проблема в этом сезоне, которую вы можете прослеживать, да, по трансляциям или если посещаете матчи. Есть у нас трудности с подбором. Не то чтобы мы на него не идем, но, видимо, он к нам не идет, я так хочу сказать. Потому что девчонки все знают, как и что нужно делать, но что-то не до конца получается. Ну да ладно, будем надеяться. Ногой сыграла, к сожалению, капитан нашей команды Женя Белякова. И эта тенденция у нас тоже прослеживается. Ну, ничего. Анаи, да, вводит мяч. Танкверей сама пойдет, да, сольно. Ирочка. Отлично, позащищались девочки. И вперед, 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 вперед. Динамо вперед. Здорово. Ира средний, сама спокойно. И
Жаль, очень жаль, но... Фол, да, посмотрим еще два штрафных. А могла бы и забить, было бы вообще просто идеально. Итак, Ирина Осипова и два штрафных броска. Я молчу, трибуны замерли. Есть! Отлично, здорово. Технично, спокойно положила мяч в кольцо и принесла нам еще одно очко. 8-5. 8-5, Ира. Есть! Есть, 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 есть! Аплодисменты, Ире. Теперь защищаться. Девчонки, назад. Принц претендует прямо там. Все, отлично. Зоны встали. Замечательно. Девчонки, защищаемся. Анаи. Анаи, бац, открывается, но нет, она не получила передачу. И был фол, мне кажется. Был фол. Бросок не засчитан, безусловно, потому что момента броска не было на время фола. И я так понимаю, что это у нас... Кто у нас сфалил? Нека сфалил? Нет, Евгения Белякова, прошу прощения. Евгения Белякова сфалила. Танкверей. Ой, какая хорошая передачка. И неужели три бросит? Бас. Нет. Бас могла бы отдать и пас, собственно говоря. Все, вперед. Принц ведет нашу команду. Отлично, заслон Нека ставит. Получает здоровую передачу и... Нет, да нет, так невозможно. Что ж такое? Не хочет лететь мяч в кольцо уже второй раз. И теперь приходится защищаться нам. Одну оставили, одну 12 номера. С крыла. И, собственно, вот она года. Года, которая у нас LAD. LAD года. Приносит 2 очка. 9-7. Наступают нам на пятки. Французы. Здорово! Отлично. Связка сыграла. Принц и Агвумики. 2 очка. Замечательно. Оставили ее. Проморгали, я бы так сказал. Бас очень плотно сейчас сыграла против Принца, если вы заметили. И Танкюрей. Да. 3-3-3-3. К сожалению. 11-10. Разрыв всего в одно очко, напряжение тотальное, я бы сказал. Можно было бы, Симон, пойти, конечно, в другую сторону и открылось бы сразу в трехсекундную зону, и было бы замечательно. И вновь можно сольный проход от Пив. Трешка Агастус и... Есть! Здорово! Симон Агастус, замечательный трех. И тут нужно защищать. Какие быстрые, сквозные контратаки у французов получаются. Женя Белякова справа, здорово, еще, еще. Отлично! Вы... Нет же, ну как так, я уже обрадовался. Все просто с замиранием сердца, мне кажется, уже ждали того, что мяч оказался в кольце, но не повезло немножко нам. Это просто несчастье какое-то. Ну ничего, ничего страшного. Вновь Танкюрей. Да что ж она разбросалась-то сегодня? Почему дают ей бросать, оставляют ее одну на трехочковой? Симон. Немножко дриблинга, здорово. И средний бросочек от нее, такой в американском стиле, я бы сказал. Здорово, подбор, Ира! Ира! Есть! Ирина Осипова, еще 2 очка, 16-10, немножечко оторвались. Девчонки, защищаемся теперь, замечательно, все-все-все хорошо. Скрэла. Года. Танкюрей. Анаи. Интересные достаточно у них фамилии, на самом деле. Очень сложно было разобраться перед тем, как объявить. И Скрэла. Нет, здорово. Ирочка, есть! Наш подбор. Спокойно, Пив. Там Симон открывается. И сольный... Нет, отлично. Ее средний, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Вы знаете, за средним броском Симон можно наблюдать вечно. Он, как я уже сказал, такой в американском стиле. Интересно, немножечко с отклонением. Это, конечно, уровень. Танкюрей, ну посмотрите, как Бас... Ой-ой-ой-ой, Ира сфалила, но уже не хотела. Она уже приземлялась и опускала, так сказать, руки. Нет, нет фола, я так понимаю. Все отлично, тогда вообще здорово. Тогда вообще замечательно, все, тогда наше владение. Я уж думал, что сфалила Ирина, и Женя Белякова пошла разговаривать к арбитру. Но нет, все, успокоил французского тренера наш арбитр и всем объяснил, что все нормально, играем дальше. Принц, индивидуальный дриблинг. Здорово, отлично, немножко сильная передача. Симон, 3 очка, есть! 2 судья показал, заступил. Ну ничего страшного, 2. 2, 18-10, хорошо, ничего страшного. 3-20 нам еще играть, друзья, 3-20.
Заменка готовится у нас, сразу двойная, я вам скажу, нужно, наверное, девчонку, конечно, отдохнуть, очень напряженная первая четверть, на самом деле, не только для игроков, но для них, конечно, в первую очередь, здорово, здорово, Женя Белякова заблокировала, и Нека до конца доборолась, вы знаете, у нее такие цепкие, ловкие руки, что можно позавидовать ей со стороны любой баскетболистки, честное слово. Меняют Иру Осипову, и Симон Агастус. На площадке появляется Лена Милованович, ей аплодируют трибуны, и Анет Якобсона, ей тоже аплодируют, конечно же, трибуны. Лена Милованович в прошлом матче Евролиги появилась просто здорово. Мы помним ее трешки, мы помним ее броски, за счет которых мы вышли вперед. Это было на самом деле классно, и я бы сказал, что, ну, не то, что игрок матча, а прямо ее победа. Средний только что мы видели от Анет, но, к сожалению, неудачно. Дома встречаем, показывает Гундерс Ветра, но Пив прессингует здесь. И, между прочим, практически продуктивно получилось, но не совсем. Итак, наблюдаем за атакой Монпелье, защищаемся, все хорошо. Года одну оставили, и вот Ларди. Года, вот о ней я, собственно, и говорил, оставили ее одну. Анет ей за счет роста, конечно, проигрывает. Тут она никак бы не заблокировала ее бросок, это... В любом случае. Замена, да, у французской команды тоже, кстати. Нека! Нет! Да что же это такое? Вновь не повезло нам с тем, чтобы мяч все-таки залетел в кольцо. Лена Милованович защищается. И вновь года. Нет, нет, здорово. Пиф, умница! Посмотрите, как жестко вдвоем просто в коробочку. Года и Охе. Но она все-таки выпуталась из этих французских объятий. Лена! Мне показалось, что сзади все-таки Ай-Ай немножко свалила. Но судьям виднее. По-моему, по рукам Лена получила, поэтому у нее бросочек и не вышел. Фол. Фол Анет Якобсоне. А вот здесь они что-то усмотрели. Первый ее персональный фол и третий командный для нас. Минута 45 играть. 18-12 мы ведем. Напряженная, очень напряженная четверть. Контратаки французов просто порой ставят в тупик. И иногда оставляем одну 13-го номера Элоди Года. И она, собственно, средних нам набросала уже так нормально. Три очка. Три очка Охе, да. И, собственно, 18-15. Три очка нас всего разделяют. Какой перехват. Очень обидный. Анет защищаться до конца. Без фола, без фола. Да, к сожалению, не получилось. И тайм-аут. Тайм-аут берет Гундерс Ветра. Ну, и надо что-то вносить, конечно. 7 очков мы запустили за последние 3 атаки. И, собственно, фактически ничего и не забили. Минута 20 до конца. Первый тайм-аут в первой половине встречи берет наша команда «Динамо». Вот можете сейчас наблюдать скамейку Монпелье, скамейку французов. У них достаточно интересная форма. Знаете, я доселе еще не видел настолько уникальных комплектов формы. Нет, ну на самом деле интересно. Почему? Интересно. Думаю, что не в каждом клубе такое возможно, но они молодцы. Да, браво французам. Они заставили нас попотеть сейчас. И еще раз повторюсь, их контратаки ставили порой просто в тупик. Ну что же, и продолжаем. Тайм-аут заканчивается. Кстати, что хотелось бы сказать, да, вот я уже говорил, что у нас было 2 победы и 1 поражение в Евролиге. Что касаемо французов, у них была победа над Галатасараем в овертайме, да, тоже действующего чемпиона Евролиги. Они умудрились обыграть со счетом 66-59, напоминаю, в овертайме. Проиграли они дома нашим землякам, так сказать, УГМК Екатеринбургскому. Уступили им 16 очков. И выиграли на выезде у Good Angels в Словакии. Ну, мы, собственно, у них тоже выиграли. Но это еще не показатель. Соответственно, у нас по победам и поражениям... Анет Якобсоне? Нет, к сожалению. По победам и поражениям у нас одинаково. Но различает только то, что мы победили оба матча. Выиграли оба матча в основное время. Анет исправила, так сказать, свой не совсем удачный бросок. Она замечательно пошла на перехват. И Эпифании Принц дает отдохнуть Гундерс Ветра. На площадке появляется Ишил Альбен. Можно этому поаплодировать, конечно же. Человек, который не понаслышке знает, что такое Евролига. Не понаслышке знает, что такое чемпионство в Евролиге.
И вновь средний запускаем. 19-18, а это значит, что мы в роли догоняющих. Это впервые пока за первую половину встречи, за первую четверть, я бы так сказал. Можно было ворваться, конечно, кому-то в трехсекундную. Анет Якобсона и Ишил не спешит. Она выжидает, пока, да, откроется кто-то. И сольный проходик. Здорово, здорово, Нека! Нет, вновь. Слушайте, ну что-то с кольцом сегодня прям происходит, я не знаю. Отказывается мяч ложится в сеточку. Ничего, девчонки, нужно собраться, нужно защищаться, потому что запускаем, собственно говоря, все в основном вот по центру площадки. Оставляем одного, и проходов как таковых много и не было. В основном, вот да, та самая Гадак, про которую я говорю. И чуть трешку мы не получили. Три секунды, Ишил, давай, вперед, и... Но это сильно, это слишком, конечно же. И первая четверть подходит у нас к концу. 2 минуты перерыва. Можете на ваших экранах наблюдать, конечно же, наши скамейки, наш тренерский состав наших гостей из Франции. И надеюсь, что сейчас вам покажут нашу замечательную группу поддержки. Через пару минут услышимся. Клуба «Динамо». 12-й номер Анет Якобсон, 9-й Лена Милованович, 19-й Ишил Альбен, 30-й НМК Диагунг и 33-й Симон Агастус. И вновь мы в трехсекундной пропустили игрока, который вошел как к себе домой. Но, тем не менее, наш аут с лицевой будем вбрасывать. Вторая четверть, как минимум, дана нам для того, чтобы мы вышли вперед. Потому что уходить на перерыв в статусе догоняющего, мне кажется, это не наш вариант, это не наша задача. И, как минимум, нам это не нужно. Лена Милованович и ее средний. Нет, видно было, да, отсюда мне, что не долетает он. И, собственно, защищаемся. Охе. Ларди, Охе, Бас, отдай пас, спасибо. Скрелла, Бас и... Нет, здорово, Лена, подбор, умничка, успела, оказалась в нужном месте, в нужный момент. Лена Милованович, Симон просит, да, отлично, и сейчас, я думаю, отличная передача, но, к сожалению, Лена не удержала ее, об колено ударился мяч, и вновь Лена средний. Бас подбирает. Ларди. Будет сольный проход. Нет, Охе. Охе не попадает. И вновь подбор. Элади Гада, Скрелла. Ларди. Да, пока Ишил обороняется. Охе. Отлично. Бас поставил заслон. И какая передача продольная. Вы видели?
закончил время на атаку. Лена, вперед, вперед. Аннет была слева. Можно было бы сделать хорошую атакующую. Нека! Есть! Здорово! Два очка. Два очка. Как сказал только что ведущий, тяжелая была двадцатка. На самом деле, полторы минуты не могли мы забить. 20-19. И еще увидим бросочек, я так понимаю, от Неки. Да. Восьмой номер у французов выходит на замену. Мисти Бас и выходит Наоми Халман. Итак, посмотрим. Нека. Есть! Есть! 21-19. Два очка в запасе. Девчонки, только увеличиваем разницу. Только увеличиваем. Трибуны гудят, трибуны скандируют, мешают нашим соперникам проводить атаку. Это правильно. Ларди, вновь ее средний. Еще немного и зашел бы. И неужели сфалила Ишил Альбен? Ишил Альбен сфалила, я так понимаю. Ну, вы знаете, немножко странно это для меня решение судей, как Ишил могла сфалить на Элади Гада при росте 1.92 м. 21-22, да, тем временем Охе вновь забивает трешку. Она, собственно, два броска всего и сделала. И из этих двух бросков оба результативные, оба трешки, да, и 6 очков в копилочке. 21-22, проигрываем. Нека толкается там. Ларди, конечно, ну фалила же, фалила, 100%. Четвертый номер, спасибо, уважаемые судьи, увидели, замечательно. Прессингуют жестко, на самом деле. И Пив прессинговали, вы это видели. И с Некой тоже обходится не ласково, я бы сказал. Ларди выходит, прошу прощения, уходит на скамеечку запасных. И выходит Ингрид Танквирей, которая, собственно, нам тоже уже 6 набросала. Лена, нет, вновь не получается бросочек. Охе. Года и... Вновь ее упускаем. Да что же это такое? Мы не можем удержать этот 13-го номера. Нужно выпускать Иру, я думаю. Да, вот что, собственно, сейчас тренер и делает. Ирина Осипова, Евгений Беляков сейчас появятся на площадке. Лена Милованович, Ишил. Ишил, Симон врывается там, и можно ей передачку, спокойно. Здорово, Леня. И, ай-яй-яй, сегодня мяч из рук Лены просто валится, честно. Сама не своя, она, переживаем за нее. Думаю, сейчас ей Гундерс Ветра даст немножечко передохнуть, и она с новыми силами включится и покажет нам ту игру, которую демонстрировала с Галатасараем. Танквирей. Элади Гада, и чуть-чуть она просто не навалила нам еще два очка. Извините, самый французский. Но надо что-то делать с этим игроком. Лена. Посмотрим еще один средний от нее. И... наконец-то, размочила. Давай, Лена, сейчас пойдет, все здорово. 23-24, одно проигрываем. В той атаке оставили без очка, нужно сделать то же самое в этой. Аннет практически перехватила у Охе. И будет ли фол, да. И фол уже, я так понимаю, Аннет. Да, Аннет Якобсона получает фол. И это второй командный фол для нашей команды. И, собственно... Нет, прошу прощения. Да, все правильно. Второй. Второй фол для нашей команды. И второй персональный ее фол тоже. Меняют Елену Милованович. Выходит Ирина Осипова. И меняют Анетты Капсоне. Выходит капитан команды Евгений Беляков. Ну, посмотрим, что покажет нам эта пятерка. С первым номером Ишил Альбен. Ира здорово поборолась, но нет. Ай-яй-яй. Подбор. Женя, все здорово. И вперед. Нужно делать такие же контратаки, быстрые, резкие. Ишил не сильно торопится, но, может быть, оно и к лучшему, но тем не менее. Нека! Есть! Что называется в американском стиле. Вот такую вот Америку нам показывает МК Диагумик. И здорово, выходим вперед, 25-24. Нужно защищаться, девчонки. 15 секунд у нас, не дать бросить, думаю, на перехват не нужно рисковать, но бросить, ну нет же, ай-яй-яй. А, фол, усмотрели фол у капитана команды, я так понимаю, что бросочек не будет засчитан, и это хорошо. Евгений Беляков, второй персональный фол и третий наш командный. 3-2 по фолам. И половина второй четверти позади, ну я бы сказал, чуть меньше половины, 5:30 осталось играть. Охе. Ай-яй-яй.
Ну, как так можно было отдать ей мяч? Девчонки, ну, жаль, обидно, конечно, но ничего, вперед. Нека! 3 очка, Немкаде Агвумике, браво, браво! 28, 26 и 12 в личной копилке у Неки. Не видели, как играет наша Нека? Так смотрите! Фол, да что же это такое? Мне кажется, судьям особо нравится капитан нашей команды Евгения Белякова. Да, нужно ее сейчас поберечь. Ну, вы знаете, к середине второй четверти иметь 2 фола – это уже опасно. Конечно, это опасно, и есть очень большой риск покинуть площадку, так сказать, за свои нарушения. Поэтому тренер, конечно, не рискует, капитана нужно приберечь. Нужно приберечь, она может выйти в самый ответственный момент и взять игру на себя и переменить ход игры. Не было, без фола, конечно, без фола. 1 секунда, нет. Да, время закончилось до того, как бросок был выполнен. Бросала, если я не ошибаюсь, у нас Танкверей, да, ну и поэтому наше владение. Люда Сапова появилась на площадке, аплодисменты ей, безусловно. Она очень здорово проявила себя в матчах Кубка России. Надеемся, что и здесь проявит себя так же. Отлично, ей сразу передача, обратно можно. Здорово. Ишил. Заслончик от Иры Осиповой. Люда, сольный проходик и передачка. Здорово, здорово. Нека есть! Немкади Агвумике. 15-е свое очко и 31-е наше. 31-26, друзья. Фол. Фол, к сожалению, Ишил Альбен фолит. Но я так понимаю, что... Нет, все нормально. Все нормально, это наш 4-й фол, да, и Альбен 1-й. Берут французы 1-й минутный перерыв в первой половине встречи. Но, безусловно, нужно что-то менять, потому что мы уходили в -1, а догнали, собственно, их в +5. Соответственно, у нас намного больше результативных атак. Ну и, соответственно, наш тренер тоже вносит какие-то коррективы. На своих экранах вы сейчас видите скамейку французов, да, скамейку Монпелье, ну а вот наша скамейка запасных и наш главный тренер Вундерс Ветра. Это наша группа поддержки! Итак, тайм-аут подходит к концу. Ну что ж, надеемся и верим. Времени еще много. Слушайте, ну, наверное, не мне одному кажется, что тянется. Прямо очень-очень тянется время. Вторая четверть, прошло только 4... Прошу прощения, осталось 4 минуты еще целых играть. Счет 31-26. Ну, посмотрим. Есть! Отлично. Еще 2 очка в нашу копилочку. Симон Агастус, конечно же. Без фола. Здорово, Ишил. Это же не спортивный, конечно, но это кошмар. Слушайте, ну нельзя оставлять это безнаказанным. За такое техническим надо наказывать 100%, но это же полный кошмар. Я понимаю, что эмоции, понимаю, что Ишил немножко грубо у нее отобрала, и тем не менее без фола судьи ничего не посвистели. Но это же не повод для того, чтобы вот так толкаться. Нет, ну это хамство, слушайте, это неуважение к сопернику. Ну, не нам судить. Смотрим дальше. 33-26, и это показатель. А то, что они там нервничают, это уже их личное. Фол, я так понимаю, да, усмотрели судьи. Ира Осипова, 2 броска. В исполнении Валерии Ай-Ай. Да, трибуны, конечно, мешают, конечно. Но не всегда это помогает, но тем не менее. Нам так намного легче, намного проще и намного сложнее тому, кто бросает. Ну давай мимо. Не хочет она сговариваться с нами сегодня. Валерия Ай-Ай, да, 2 очка приносит своей команде, 33-28. Тем временем замена. Вместо Ингрид Танкверей на площадке появляется злополучный наш соперник Элоди Гада, которая 6 очков нам набросала и которую мы, к сожалению, со средним броском не могли остановить. Ишил. Ишил, Люда Сапова одна же.
Ира. Здорово. Симон. Отлично дриблинг. Раскачал немножко. Трешка от Албен. И есть! Ишил Албен. Вот это ишил. Вот это здорово. Что-то показывают там. А, к сожалению, колено травмировано у Ишил. Она благодарит Элади Гадам. Мы тоже аплодируем ей. Она не стала начинать игру, потому что увидела, что у Ишил небольшая травма. Вот это достойно аплодисментов. Они, извините за выражение, толчки посреди площадки. Спасибо большое, Элади Гадам. Несмотря на то, что вы нам столько набросали, мы с уважением относимся к вашему поступку. Пиф чуть-чуть не заблокировала Анаэль Ларди. И она, собственно, забивает 2 очка. 36-30. Играть еще 3 минуты тянется. Я не могу не говорить об этом, потому что оно тянется. Симон. Людочка! Есть! Люда Сапова! Это наша Люда Сапова! 3 очка! Здорово! 38-30. Нет, было 2, да, я так понимаю. Немножко заступила. Но ничего страшного. 38-30. Люда, умница. 5 фолов. У нас нельзя фолить, собственно говоря. Увидели мы сейчас замечательный блокшот от Ирины Осиповой, который удостоился аплодисментов всего зала. И сейчас будем смотреть, как Монпелье, собственно, будут выводить мяч из-за лицевой линии. Элади Гада. Бас одна, но нельзя же так оставлять ее, и средняя сейчас от нее будет. Отлично, здорово. Ира, Ир, ой-ой-ой-ой-ой, ну грубо, грубо, не надо так. Пиф. Симон одна, Симон же одна. Средний бросочек от Симон. И там мяч в корзине. Симон Агастус свое 9-е очко забивает. 40-30. Вот так вот, ребята. Здорово. Пиф практически смогла отобрать этот мяч у Анаэль Ларди. Гудят трибуны. Гудим, конечно. Анаи. Валерия Анаи. Неужели сама пройдет? Нет. Без фола, без фола. Все здорово. Ни в коем случае нам не надо сейчас фолить. Ира Осипова, посмотрите, как здорово защищается. И нет, к сожалению, нет. Не хотела она фалить, но, тем не менее, я не совсем понял, что произошло. Наверное, пробежка была, я так понимаю, да? Прошу прощения, не уследил за моментом, но бросок не засчитан, потому что, если не ошибаюсь, была пробежка, да. Есть! Эпифания Принц! 3 очка! Здорово, Пиф! И она размочила свою копилку, так сказать. Анаи. Здорово, подборчик. Нет, спокойно разговаривать. Люда Сапова тоже шла на подбор. Ирина Осипова немножко в росте у нее выиграла. Недопонимание было совсем небольшое. Ой, отличная была бы передача, но фол. 30-й номер. Да я не понял вообще, что происходит. Как так? Вы знаете, мы наблюдали за активными действиями Симон, в то время как судьи усмотрели фол у Неки. Ну, что поделаешь. Замена тем временем. Нека уходит у нас с площадки, и появляется Лена Милованович. Надеемся на Лену, она немножко отдохнула со свежими силами, со свежей головой, мыслями и идеями. Давай, Лена, вперед, покажи нам, продемонстрируй нам ту игру, которую ты умеешь показывать. Наблюдаем. Здорово. Ирина Осипова в своем стиле отбирает мяч у Охе. И есть! Вот такой вот блокшот от Иры. Это вам не шутки. Когда Ира в защите, просто так уже не пройдет ничего. Принц. Сольный дриблинг вот такой. И нет, к сожалению, не получилось довести до конца атаку. И без фола. Ира, без фола. Ай-яй. Анаэль Ларди. Бас. Лади Гада. Ларди. Анаи. 5 секунд. Продержать, девочки. 5 секунд. Ира, здорово. Подбор. Умнички. Вперед. Лена Милованович в отрыв. Вперед, Лена. И с фолом. Давай, забивай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не получилось. Оттеснила ее Охе. Анаэль Ларди развивает атаку. Охе. Бас, Ларди, сейчас Аи получит, конечно, мяч, и трешка в ее исполнении, к сожалению, залетает. Тайм-аут. Тайм-аут берет Гундерс Ветра, да, потому что, собственно, мы две атаки
провели безрезультатно и получили еще и трешку. У нас осталось 13 секунд. Наше владение, скорее даже это послужило поводом для тайм-аута. Сейчас что-то тренер внесет, безусловно, какие-то коррективы, разыграют какую-то домашнюю. И я надеюсь, что уйдем с отрывом не в 10, а хотя бы в 12. Будем на это надеяться. Пока можете понаблюдать, да, за скамейками Франции и за скамейками нашей страны, конечно же, и за группой поддержки, которую вам сейчас тоже обязательно покажут. Вот так. Наши соперники начали волноваться, а значит бояться. Чувствуют силу за Динамо, чувствуют поддержку болельщика. Итак, тайм-аут подходит к концу. На площадке у нас без замен. Мы посмотрим, что сейчас привнес главный тренер нашей команды, чем порадуют девчонки. 13 секунд — это достаточно много. И опять же скажу, что надеюсь на уход на перерыв с разрывом больше, чем в 10. Спокойно, принц, да, понимает, что есть время. Ира, здорово, заслон, и сольно пойдет. Можно было отдать Лене! Фол. Но, тем не менее, фол, был момент броска. Анель Ларди, если не ошибаюсь, фолила. Да, четвертый номер. Два броска. Два броска в исполнении ПИФ. Ну, если мне не изменяет память, последние домашние матчи не было с этим проблем. Надеемся, что будет то же самое сейчас. Боюсь сглазить, опять же. С замиранием сердца. Эй, есть! 44-33. Здорово. Отлично. 2.5 секунды у Монпелье, чтобы придумать что-то. Принц здорово перехватит, и не надо никуда спешить. Да, можно и в свою забить, в принципе. Итак, благодарим девчонок за первую половину встречи. Спасибо всем и каждому. Отдельное спасибо Неке за ее набранные 15 очков. Поддерживаем всех и каждого. Поддерживаем Лену Милованович. Надеемся, что после перерыва она еще больше наберется сил, терпения и выйдет с новыми идеями. И просто болеем за «Динамо», просто верим и болеем за нашу любимую команду. Друзья, уходим на большой перерыв. Через несколько минут обязательно услышимся. Далеко не уходите, трансляция продолжается. Однако вы знаете уже игроков, однако любите баскетбол. Кто сегодня будет поважнее? Мы верим вам! Мы верим вам на слово! 100%! Так и будет! We'll be right back.
Не стесняйся. О, а девчонки еще, да? Девчонки. Это интересно. А вы что, слушайте? Не слушайте, целуйтесь. И так скоро просто взять и поцеловать у соседа, который это как цвет устали. О! Пока-ка! Супер! Хорошо, у нас осталось для 18 секунд, давайте разогреем наши связки голосовые. Динамо! Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей трансляции, я приветствую всех тех, кто только что подключился к нам, и всех трансляцию с самого начала. Приветствуем вас на втором домашнем матче для «Динамо Курск» в рамках Евролиги среди женских команд по баскетболу, где «Динамо Курск», который я уже называл, принимает на своем паркете клуб из Франции, своих соперников по группе BLMA, он же «Монпелье». И Симон Агастус, 2 очка, пока я вам тут рассказывал. 2-2-2-2-2, Агастус 47-33. В ее копилочке уже 11. Кстати, хочу вам сказать, уважаемые зрители, все те, кто следит за Евролигой, только что завершился матч УГМК «Галатасарай», где, собственно, «Галатасарай» терпит уже, если я не ошибаюсь, свое 5-е поражение. Да, вот такие дела. Действующий обладатель Евролиги, к сожалению, уступает Екатеринбургу со счетом 77-61. Вот так. Ну а УГМК по-прежнему остается лидером нашей группы, имея в своей копилке 4 победы подряд. В другой группе, где играют наши, так сказать, земляки в рамках страны, конечно же, и 3 очка забивает нам Ингрид Танкверей. 47-36. Так вот, в группе «Б» завершился матч Оренбургской «Надежды», против которого, которую она принимала на своем паркете, играла против аутсайдера группы «Б» Брно, Чехия, да, со счетом 88-55, аж 33 очка выиграла «Надежда», с чем мы ее и поздравляем. Вы знаете, в нашей группе, в Евролиге, дела обстоят немножечко попроще, чем в группе «Б», потому что в группе «Б» там у целого ряда команд до сегодняшнего дня было по 3 победы и 1 поражению. Процент побед одинаковый, собственно, количество очков тоже одинаковое. И 2 очка от Неки мы видим. 49-36. Так вот, там ситуация немножко посложнее. Но, я так понимаю, «Надежда» со своей победой сейчас выходит вперед. Посмотрим, как завершатся остальные матчи. Танкверей. Года и фол. Люда Сапо свалила, но, видимо, все правильно здесь было. Нет. Прошу прощения, не Люда Сапова сфалила. Нет, ни в коем случае. Сфалила 8-й номер. Мисти Бас, да. Итак, смотрим за атакой. Пиф разгоняет ее, Танкверей против нее защищается, прессингует. Охе встречает Симон. Ну, и вновь противостояние Принц и Танкверей. Ира Осипова. Немножко... Да, и здорово, есть. Только хотел сказать, что как-то не спешит Ирина открываться, но, тем не менее, она выждала момент. Просто, как я говорю каждый раз, Ирина опытный игрок. Принц, перехват, и с сольным проходиком можно отдать Неке! Добить! Фол. Да, ну, честно сказать, я не понимаю вновь, что за дела? Спорный мяч показывает, я так понимаю, Нека, да. Где они усмотрели фол в ее действиях? Объясните, пожалуйста. Ладно, хорошо. Может быть, я невнимательно посмотрел этот момент, но, тем не менее, наблюдаем теперь за атакой. Бас, Танкверей, Люда против нее защищается Сапова, она очень хороший защитник. Бас. Ну, это будет средний, наверное, да? Незащитный бросок. Незащитный бросок, да, конечно. Наше владение. Болельщики пускают волну на трибунах. Это очень приятно. На матче сегодня присутствует, ну, мне кажется, как я уже сказал, большая половина
зала заполнено. На матче присутствует администрация города Курска. Это очень приятно. Комитет по делам молодежи и спорту Курской области. Тем временем, пока я вновь рассказываю всякую информацию для вас, Люда Сапова забивает 2 очка. И это очень приятно. Публика ее очень любит. Публика ее всегда тепло встречает. Я уже сказал, что она замечательно отличалась в матчах Кубка России. Ну и надеемся, что и в матчах Евролиги она показывает нам ту же самую игру. Года, та же самая, да. Лади Года. Она у нас набросала 8 очков уже, да, 8 очков. Итак, 53-38 и 6,5 минут еще играть. Пиф, Симона Газус. Люда, там одна, Люда! Людочка стояла совершенно одна, могла бы получить передачу. Я думаю, ее замечательная трешка, которую мы хорошо знаем, которая нам хорошо известна, залетела бы в кольцо наших соперников, безусловно. Ира Осипова защищается. Охе. Нет, здорово, подборчик. Замечательно, все, не спешим, вперед. Симона Гасус, вновь Люда была. Вновь одна, она здорово открывается, здорово предлагает себя, но, к сожалению, пока не... И вот сейчас можно ей, Люда, 3, давай! Нет, чуть-чуть, к сожалению, она была немножко уже за кольцом, если смотреть по траектории, так сказать, полета мяча. Стояла немного левее его. И вновь Года. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте, ну это было ужасно. Это, ну, в футболе так падает, я видел. Она подставила, я не видел, если не ошибаюсь, это была Охея. Она подставила бедро, и Люда просто в воздухе перевернулась. У меня на самом деле слов нет. Замена Люды, конечно. Мы аплодируем ей, желаем, чтобы ничего страшного не произошло, не случилось. И выздоровление скорейшего. Не дай бог, чтобы там было что-то серьезное. Аплодисменты Люде, аплодисменты нашему защитнику, борцу и игроку с большой буквы. Браво, Люда, поправляйся, пожалуйста. Мы тебя очень просим. Несмотря на все ужасные моменты, происходящие на площадке, я предлагаю не отключаться, не перестраиваться девчонкам. Им нужно сейчас думать только об игре, а Люда, безусловно, за них болеет. Отличная передача на Симон. Мы продолжаем смотреть нашу трансляцию. Нека! Сольный проходит. Нет, Принц, 3 очка и... Есть! Вот вам за Люду! 3 очка, эпифания, Принц, 56-38. Выкусите! Фейрей. Элади Года вновь. И Бас. Нет. Скрэла. Отлично. Пиф. Подбор. У Пиф сегодня, между прочим, уже много подборов. Это очень примечательно для первого номера. Здорово, здорово. Отличная передача. Пиф, давай еще трешку. Сольный проходик. Симон. Нет. Подбор должен быть наш. Неплохая передача на Бас. И... Пив хотела помешать ей, но в то же время не хотела фалить. Ну, собственно, тут все оправдано. Очень скоростная, реактивная передача. Просто истребитель пролетел сейчас над нашей половиной площадки. Браво, конечно, за эту атаку. Ира Осипова, Симон Агастус. Отлично задумала передачу, но, к сожалению, наша горячо любимая Элади Года, номер 13, ее, так сказать, прочитала. Фол, да, безусловно, фол. Фол Симон Агастус, если я не ошибаюсь. Нет, или все-таки Неки дали фол. Да, Немкади Агвумики получает тоже третий, это ее фол, если не ошибаюсь. Да, это ее третий фол. У нас 2 человека висит на 3 фолах. Это капитан команды Женечка Белякова и, собственно, Нека. Но ее пока что не меняет тренер, дает возможность еще поиграть, но я думаю, нам нужно еще немножко отрыва. Блестящая комбинация и шаг вперед просто Ларди сделала. Если бы она бросала стрешки, я думаю, был бы самый раз. Но, есть как есть, и для нас это даже на руку. Можно сделать передачу. Анет одна, Анет совершенно одна была. Здорово! Ира немножечко переборщила с передачей, так сказать, но хотела как лучше. И все силы и старания вложила в эту передачу, и немножечко получилось сильновато. Но ничего страшного. Теперь нужно обороняться. Принц встречает там. Комбинацию показал
разыгрывающий, да, Монпелье, и то же самое, собственно, показал и Гундер Светра. Он просто читает мысли Ларди. Анаи. Неплохая передача на Элади Гада, но мимо. Я прошу прощения, ну не мимо, конечно, а мимо ее рук, скорее всего. Болеем за Динамо, ведем их вперед, Принц ведет их вперед вместе с нами, болельщики переживают, и трешка от Принц, нет, и подбор будет наш, нет, к сожалению, Бас, да, Мисти Бас была немножко раньше у мяча, Лена Милованович готовится на замену, отличный перехват, Симон уходит слева, не может она сильно ускорится. Знаем, что испытывает некоторые трудности и проблемы с коленом. Симон. Три очка от Анет Якобсоны. Вот вам, пожалуйста, чемпион WNBA 2014 года. Анет Якобсона в составе Курского Динамо. Вот так вот. 59-40. 19 очков ведем. Это уже хорошо. Держимся, девчонки, держимся. И фол был. Бросок не будет засчитан. Неужели Нека сфалила? Тренер Гундер Светра разговаривает с судьями, немножко недопонимание, да, между ними возникает. Четвертый фол у Неки, нужно ее приберечь, безусловно. И Лена Милованович появляется на площадке. Давай, Леночка, мы за тебя, мы с тобой. Кстати, в зрительском голосовании за игрока прошлого месяца как раз-таки в финале боролись Нека и Лена Милованович. С небольшим отрывом победила Нека, конечно, это приятно. И желаем Лене успехов в болельщической любви, так сказать. Продолжаем. Получаем 2 очка в свою калитку, я бы так сказал. Да, Анель Ларди их забивает. Анет! Чуть-чуть не получается у нее. Вы знаете, не все броски у нас сегодня проходят. Я думаю, что если посмотреть статистику, процент будет не лучший, который мог бы быть у нас. Но хорошо, что бывают вот такие потери и не совсем удачные пасы. Итак, вновь наблюдаем за атакой. Зоной защищается Монпелье. Анет совершенно одна. Ира Осипова. Умница! Какая передача! Слушайте, ну, я не знаю, в чем дело. Не могу понять, не хочу наговаривать. Но вот передачи сегодня, которые поступают к Лене Милованович, либо они на самом деле не совсем удобные, либо что-то не так с Леной. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Потому что вот... 3 последние передачи, которые я видел, все 3 не были обработаны так, как они должны быть обработаны. Ирина Осипова отдает передачу на Эпифанию. Симон, Пиф. Здорово, Анет. И... 3 очка! Вынимайте! Вынимайте! 62-42. 20 очков ведем. Вот так вот. Анет Якобсона. Браво! Ларди, да, ведет вперед. Немножко на панике, вы видите, немножко на панике французы, и это здорово. Очень хорошо, что нам удалось пошатнуть их моральное равновесие, да, такое психологическое. Анаи немножко мимо. Ира Осипова, здорово, вперед. Анет, она полна сил, можно ей же передачку, здорово. Что здесь придумает умница? Сольный проходик. И вот так спокойненько положила мяч в корзину. Нека просто прыгает со скамейки запасных, радуется за наших девчонок. 64-42. И первый минутный перерыв во второй половине встречи берет команда Монпелье. Главный тренер Валери Демори. Вот такие вот дела. Перерывчик у нас. Тайм-аут небольшой. Динамо тоже, безусловно, будет прорабатывать какие-то комбинации. Сейчас Гундер Свет расскажет, как действовать дальше. Ну, а французам нужно что-то менять. Нужно что-то делать, потому что, ну, знаете, просто так эту победу мы им не отдадим. Можете понаблюдать за действиями тренеров и игроков во время тайм-аута и за нашей группой поддержки, безусловно. Yeah.
Ну что же, тайм-аут, да, подходит к концу. Судья подходит к нашей скамеечке, чтобы мы выходили поскорее. Хорошее настроение у нашей команды, я это вижу. Людочка Сапова вернулась на скамейку. Аплодисменты ей, Люда. Мы очень рады, что все нормально, что ты нормально себя чувствуешь, я на это надеюсь. У нас есть золотые доктора, врачи спортивные, которые поставят на ноги, я думаю, абсолютно любого игрока. Люди, аплодисменты, и болеем дальше за девчонок, потому что, да, отрыв, конечно, есть, но впереди еще целая четверть. Здесь у нас еще минута 20. Я смотрю, что французы после этого тайм-аута вышли такими оживленными и немножко озлобившимися на нас. Первым номером у нас сейчас Ишил Альбен играет, если вы успели заметить. Да, замена. И на площадке появилась Кристина Аликина, чему мы тоже очень рады. Таким образом, Аннет Якобсоне, Ишил Альбен, Лена Милованович, Симон Агастус и Кристина Аликина. Сольный проходик от Кристины. Умница! Умница! Здорово вошла в матч Евролиги. Девчонки вновь вскакивают со скамейки, радуются за нас. Ну а как не радоваться-то? 66-44, 3-4 секунды до конца, 18 на владение у французов. И мы сейчас выдержим это, и еще у нас будет 10 секунд на атаку. Оставить их без очка, без. Ларди! Ларди дриблинг против Ишил. Ишил просто так тебя не пустит. К сожалению, да, получилось у нее бросить, но не совсем удачно, я бы сказал. Теперь не спеша. Все 15 секунд наши. Ишил немножечко, да, растягивает атаку. Просит девчонок, чтобы они поставили заслон. Кристина делает это замечательно. Мы знаем, как она может это делать. Ишил сольный проходик и... Нет, к сожалению, тут все чисто было. Абсолютно чисто. Поборолись... Господи, вы видели, он практически залетел. Я не усмотрел, видно было вам это на экранах или нет, но мяч просто от трехочковых французов они выбросили и фактически забили его в наше кольцо. Но тем не менее, с радостью сообщаю вам счет. Принципиальный соперник Спарта НК, город Видное. В рамках премьер-лиги чемпионат России сыграем мы с ними матч здесь, на нашем, на домашнем паркете. Поэтому в 19:00 спортивно-концертный комплекс. Если кто-то сегодня не смог прийти 7-го, обязательно приходите и поддержите команду. После этого матча 10 декабря будем принимать клуб из Чехии ОСК, который также играет с нами в Евролиге в одной группе А. Слушайте, но это ведь уже смешно. У Евгении Беляковой 4-й фол, ну, я не знаю, если за то, что она просто как-то действует и немножко идет в контакт с игроками Монпелье, ей за это давать фол, может быть, особые пристрастия, может быть и так. Наблюдаем за атакой Монпелье, Ларди, Охе, Халман там толкалась и Кристина, наверное, Аликина сфалила, да.
Ну, Кристина в спортивном отношении, как я уже говорил, игрок плотный, игрок достаточно жесткий, поэтому она всегда навязывает борьбу, но что поделать, посмотрим на штрафной. Да, есть один, 66-47, ну, не надо повторять своих ошибок, многоуважаемая Наоми Халман. Не учится, точно не учится. Итак, два броска и владение, собственно говоря, Монпелье. Вы знаете, за тот момент, когда Ишил просто откровенно толкнули, очень явно так толкнула, если не ошибаюсь, Анаэль Ларди, или это была у нас Ингрид Танквере, я не помню, кто-то из разыгрывающих, да, команды Монпелье. Это было намного ужаснее, чем произошло то, что произошло сейчас. Вот правда. Но за это мы получили технические, а зато судьи абсолютно ничего не сказали. Ну, это, конечно, все субъективное мое мнение. Судьям виднее. Лена, трешечку давай, давай оформи нам! Не получается. И Охе на подборе. Защищаемся, возвращаемся назад, конечно. Все, без фола, здорово, пойдем, Леночка, пойдем. Умница сохранила, Женя, вперед. Вперед, 4 в 3, к сожалению. Анет! Нет, не совсем удачно. Чуть-чуть не долетел мяч, чуть-чуть нам не хватило до трешки. 66-51, ну 5 очков мы запустили. 5 очков запустили, и вот еще, собственно, 2. Тайм-аут, конечно, нам нужен, однозначно. Не с тем настроем, немножко и не с теми силами мы вышли на четвертую четверть. Я не думаю, что девчонки расслабились, но тем не менее, наверное, каждая из них радовал счет. И, может быть, просто, как я уже сказал, немножко не тот настрой. Поэтому верим в команду, верим в девчонок. Давайте, Динамо, вперед. После этого тайм-аута видим совершенно другой баскетбол. Кстати, если говорить о команде BLMA, да, в наших гостях, Монпелье наша, они в Евролиге отыграли уже 3 сезона. Это их 4-й сезон. В сезоне 13-14 они дошли, ну, до группового этапа, не вышли из группы. В сезоне 11-12, собственно, то же самое. И пока что им их самым большим достижением является сезон 2008-2009, когда они аж дошли до 1/8 розыгрыша Евролиги. Сезона 2008-2009. Ну и, как я уже говорил, они являются действующими чемпионами Франции 2014 года. Сезон 13-14. Вот так. Сегодня, помимо УГМК и Галатасарая, матч, который уже завершился, параллельно с нами идет матч УСК Прага и Good Angels. Они играют между собой. УСК принимает словаков на своем паркете. Ну и мы продолжаем. 8:20 до конца. Надеемся, что Гундер Светер внес какие-то коррективы. Леночка, 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 Леночка! Есть! 3 очка, Елена Милованович. 69-53. Здорово! В защитку, девочки. Девочки миленькие, давайте, все будет хорошо. И нет, 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 нельзя ее так отпускать. Халман, Ира практически выбила у нее мяч. И Ай-Ай не смогла реализовать средний бросочек. Тем не менее, для нас это даже очень хорошо. Не спешить, не спешить. Да, Принц немножко сбавила темп, сбавила обороты. Лена не рискнула бросить трехочковый. Все нормально, да, играем, конечно, потому что коснулась Ай-Ай. Симон, нужно сделать что-то уже самой, потому что времени осталось достаточно мало. И чуть-чуть не хватило ей. Вновь за счет... Ну, да, фол, конечно, фол Елены Милованович. За счет своих персональных качеств, технических, за счет своего дриблинга хотелось сейчас Симон 2 очка команде нашей принести, но не совсем получилось. Слушайте, у нас уже третий командный фол и первый для Лены Милованович ее персональный. Лена, подбор, кстати, только что сказали мы о ней, и она сделала отличное положительное техническое действие. Скандируют трибуны «Динамо». Мы тоже мысленно, безусловно, скандируем, переживаем, но времени на самом деле еще много. 7 минут. 7 минут и 16 очков у нас в запасе. Еще ничего не ясно и не решено. Симона Гастус вновь не получается у нее средний бросок. Вначале пошел, да, мы видели пару хороших двухочковых бросков в ее исполнении, как я уже говорил, американском. Но сейчас что-то не то. Ай-Ай и фол. Лена Милованович сфалила. Насколько я понимаю, да? Да.
Елена Милованович, второй ее фол, четвертая команда. Слушайте, ну, после третьего периода, да, прошу прощения, после третьей четверти, после перерыва, который был у нас, да, двухминутный, Франция начинает подшатывать наши нервишки. Нам приходится фалить, они заставляют нас фалить на них. Замена. Замена выходит Мисти Бас вместо Элоди Гада, которая, собственно, нам набросала 8 очков. Женя, перехват практически. Не было фала же! Здорово, ногой сыграли, да, посвистели. Слушайте, ну не только я возмутился, вся скамейка наша и тренер Гундер Светер тоже, безусловно, возмутился, потому что реально не было фала, Пив чисто сыграла в мяч. Оказалось, что просто игрок Монпелье подыграл себе мяч ногой. Пив средний, нет. Женя, подбор, умниц. Нет, так нельзя было проигрывать. Ира, без фала. Без фала, но без фала не получилось, так сказать, отзащищаться на 100%. И, насколько я понимаю, неудачно приземлилась на левую ногу Наоми Халман. Это, безусловно, я думаю, будет замена. Надеемся, что все хорошо у нее. Наверное, подвернула голеностоп. Ну, да, аплодируем ей, сожалеем. Надеемся, что ничего серьезного и все будет хорошо. Аплодисмент, да. Тренер выходит помочь Наоми, и Сергей, да, массажист нашей команды, Сергей Каплин, тоже помогает. Мы уважаем своих соперников, это безусловно. Итак, мы продолжаем. Безусловно, наши врачи помогут Наоми Халман, потому что я так понимаю, что французы приехали на выезд без доктора, поэтому им нужна будет наша помощь. Продолжаем мы, 69-55, 14 очков в запасе, Ира Осипова, Леночка, нет, но было видно, что сменил мяч траекторию, так немножко подкрутился, Женя Белякова сейчас рисковала получить просто пятый фол, ай-яй-яй, неплохая передача, Бас, ай-яй-яй, прошу прощения. Кстати, на площадке появился 10-й номер, Флёр де Вильер, которая еще доселе у нас на паркете не была. Женя Белякова, принц, рога показывает она, да, немножко дриблинга продемонстрировал нам. Ира Осипова ставит замечательный заслон, сейчас должна открываться, по идее, сама, нет, здорово, Симон, нет, принц, здорово, подбор, умница, Женя, нет, успокоилась немножечко, да, у нас есть 11 секунд на атаку. Давайте ее развивать, потому что это не так много на самом деле. Лена, отлично, но было слишком явно. Средний бросочек и нет, к сожалению, опять нет. Побыл немножко мяч в кольце и выскочил обратно, как колобок, да? И от одной дужки ушел, от другой ушел, и от сетки тоже. Бас. Лорди. Вот та самая Флёр де Вильер. Лорди, Бас, неплохая передача, ну... Нет, здорово, умница, Ирочка, подбор, замечательно. Пив вперед, только вперед. Женя там одна, Белякова, Женя одна совершенно. Отличная передача. Повезло сейчас нам, но это было безумно красиво. Браво, Симон Агастус, уникальнейшая передача в волейбольном характере таком, в волейбольном исполнении от Симон. И Лена Милованович еще 2 очка нам приносит. 71-55, 4-30 нам еще играть. Друзья, Лорди защищается против нее принц. Ай-яй-яй там показывал, что открывается, но не увидел ее Лорди. Лорди будет средний ее. Здорово, Ира вперед. Спокойно, девчонки. В защиту вернулись все, да, вся команда французов. Женя Белякова. Спокойненько. И средний будет от нее. Ай-яй-яй, немножечко не долетел. Флёр де Вильер. Не могу никак запомнить ее на самом деле фамилию. Очень красиво. Если бы она выпустила свою линию парфюмерии, я думаю, она бы очень здорово покупалась. Название замечательное было бы. Лена Милованович, супер перехват. Отдай, Симон. Можно сделать красивую комбинацию. И есть. 73-55. Вот так, здорово. Умнички. Мы поздравляем наших девчонок с несколькими удачными, продуктивными комбинациями. Напоминаем, что еще 3:49. Друзья, казалось бы, только был тайм-аут. И было уже, казалось бы, что конец. Но нет, еще 3:49, это 3:50, это почти 4 минуты. Время тянется. Я не могу сказать ничего другого, потому что это так, оно тянется. Ну, тем не менее,
У нас есть небольшое преимущество, у нас есть небольшой задел, поэтому надеемся, что мы его сохраним. Удачи «Динамо», пока можете понаблюдать на своих экранах скамейку запасных «Монпелье», скамейку запасных нашей команды и, безусловно, группу поддержки, которая танцует у нас очень интересно, патриотично и креативно. Тайм-аут подходит к концу, судьи просят команды вернуться на площадку. Гундер Светра показывает девчонкам дальнейшие действия. Люда Сапова стоит в строю, стоит со всеми девчонками. Это значит, что у нее, надеемся, что все более-менее нормально. Вот смотрю, тяжело наступает она на ногу. Неприятное было падение, безусловно. Очень болезненно и очень жестоко, я бы даже так сказал, к сожалению. Но, опять же, дай бог, чтобы все было хорошо. Охе, здорово, Агумики перехват. Ларди, Бас. И Флёр де Вильер, да, не забивает она, к сожалению. Точнее, к счастью, к сожалению, для нее, безусловно. Седьмой номер еще на площадочке у нас появился. Танкверей, да. Танкверей. Симон. Симон показывает, что к ней кто-нибудь вышел. Нека, здорово. Эпифания Принц, заслончик от Неки. Открывалась она, было неплохо. Ну и вот, передачка до конца. Нужно было чуть-чуть добороться, но... К сожалению, у нас это не совсем получилось. Ларди, Женя Белякова! Ну, да, на самом деле, мне было видно, что все-таки ногой она сыграла. И... Но она защищала. Защищалась как могла. И получилось так, что сыграла ногой. Танкверей. Ларди. Ларди сама сразу трешку, не раздумывая. И бас, проигрываем мы ей подбор вновь. Достаточно много подборов мы с ней проиграли. Это не совсем хорошо, но и, так сказать, почва для размышления. Я не хочу это переводить в негативные моменты. Здорово, Женя перехватила без фола, умница. И, к сожалению, спив немножко недопоняли они друг друга, столкнулись. Но, насколько я понимаю, мяч ушел от игрока французской команды. И это хорошо. Ира Осипова вот так изящненько оставляет мяч Эпифании Принц. Нека. Нека, Симон Агастус. Женя Белякова открывается. Здорово. Нека, Нека. Отлично. Пиф. Нет, немножечко нам не хватает. Что-то пошли у нас броски в третьей четверти. В начале четвертой. А вот сейчас немножко сбавили мы по точности. Ничего страшного. Танкверей. Охе. Флёр. Забыл я ее. Флёр. Она Флёр. Флёр де Вильер. Прошу прощения. Да, конечно, безусловно. И забивает восьмой номер Мисти Бас. Да. 73-57. Не такой большой разрыв, но, тем не менее, разрыв. Минуту и 50 секунд нам еще играть. Симон там совершенно одна была, но не увидела ее. Ой, смотрите, как здорово! Ирина Осипова! Браво! Браво! Вновь не глядя, технично и замечательно отдала передачу. Показала соперникам головой в одну сторону, отдала передачу совершенно в другую, просто оставила мяч Пив и спокойно вот так из-под кольца Пив 2 очка нам приносит. 75-57. Такое интересное сочетание цифр. Без фола. Здорово, здорово! Спорный мяч. Спорный мяч. Сыграем мы, насколько я понимаю. Да. Итак, я уже сказал, да, 75-57. Интересная такая магия цифр. Если их поставить рядом, то такой вот зеркальный номерок получается. Минута 13, минута 12, 11. В общем говоря, минута осталось нам играть. Трибуны скандируют «Динамо». Мы скандируем «Динамо» тоже. Мы болеем за девчонок. Мы ждем их. И Нека! Нека! Вот вам! Получите, пожалуйста, и распишитесь. 77-57. 20 очков впереди «Динамо». В своем втором домашнем матче розыгрыша Евролиги, друзья, сезона 14-15. Вот так вот. Идем дальше. Защищаемся. Ни в коем случае не отдавать ни одного очка. Бас! Здорово, Ира! Ну какой фол? Ну как же фол, уважаемые дорогие арбитры, ну как же фол-то?
Ну ведь чисто же сыграл, улыбается Ирина. Ну, безусловно, она видела, что это было сыграно чисто. Я ни в коем случае, уважаемые зрители, не хочу показаться вам тем, кто будет оспаривать решение судей. Но мне показалось, что было сыграно идеально чисто. Строго в мяч, отлично Ира заблокировала и все. Ну, судьям виднее. Может быть, потому что она как-то не понравилась судьям чем-то. Ну, Иришка у нас вообще ценнейший игрок. Она умница. Ее блокшоты мы знаем, насколько профессионально они выполняются. Пиф, здорово. Отлично ушла так по диагонали от Танкверей. Танкверей хотела сзади выбить в стиле Ирины Осиповой, да, мяч у Пиф. Но у нее не получилось. Здорово, Нека! И чуть-чуть не хватило нам. С отклонением Нека так с разворотом бросала. Был замечательный пас в ее сторону. И она могла бы принести нам еще 2 очка. Но, к сожалению, немножко не удалось нам этого сделать. Ну и, собственно, вся атака сейчас французов. Ну что, я могу начинать поздравлять? Могу начинать поздравлять наш баскетбольный клуб «Динамо». Потому что остается всего лишь 4 секунды. Пиф, ну брось уже что-нибудь. Ира, Ирочка! Нет, но тем не менее, друзья, болельщики, куряне, россияне, я поздравляю всех вас с этой замечательной победой. 77-59. В 19 веке у вас не получилось, уважаемые французы. И в 21-м не получится. Нечего утрачиваться. Мы побеждаем. Мы побеждаем Францию. Мы побеждаем в Евролиге. Мы побеждаем 3 декабря 2014 года. 77-59. Вперед, Динамо! Мы с тобой. Спасибо, девчонки. Это было круто. Мы вас поздравляем. Я поздравляю наших болельщиков. Я поздравляю всех тех, кто пришел поддержать нашу команду. Это, безусловно, очень приятно. И это очень торжественный, волнительный и безумно радостный момент. Что ж, я напоминаю, что 7 декабря мы всех вас ожидаем на матче премьер-лиги с нашим принципиальным соперником Спарта НК, город Видное. И 10 декабря, друзья, вновь Евролига. Курск в этом месяце просто расщедрился на домашние матчи и на матчи Евролиги в целом. Встречаем гостей УСК, да, приедет к нам играть Чехия. Очень ждем их, очень ждем. Приходим болеть, друзья. Смотрите за новостями на сайте, смотрите за новостями в группе в соцсетях и будьте в курсе. Болейте за Курск, болейте за Динамо. Всего хорошего, услышимся 7 декабря. Пока.
3-4 видео, сами послушайте. Давайте, наверное, поживее, потому что надо наших гостей отпустить. Пожалуйста, ваш вопрос. Что не получилось? Tell about the game. What was wrong? The match, this game is very difficult because I have many players is hurt or little. And it's difficult because this team took course, they're playing quick and hard. And today she make a trip run and more. Okay, very difficult. But except the Ekaterinburg, I think course is a good team. Maybe first or second on the on this group. Игра была очень сложная. Команда Курск играла очень быстрый и сильный, жесткий баскетбол. Если не брать Екатеринбург, то мы, у нас как бы есть все шансы занять лидирующую позицию в данной группе. Имеется в виду из Новой Курска? Да, я в Курске. Пожалуйста, еще. Насколько сложно было играть против наших игроков? Кто больше всего доставлял проблем? It's easy to answer because I think like every player are really good. Like when go out, who come in the court, it's also good. So that's why they beat us by 20 almost. And it's really hard because like I said, like they have a good rotation, and it's really hard because we think that it's gonna be good, and after they make a sub, and it's always like that during 40 minutes, and it's just hard. Ну, это очень как бы был легкий вопрос, потому что кто бы не выходил на площадку, каждый игрок доставлял достаточное количество неприятностей. И поэтому, то есть у Динамо Курс была очень хорошая ротация, поэтому мы выиграли, Динамо Курс выиграл 20 очков сегодня. Как здоровье игрока, которого получила травму? How the health the girl who was damaged? On sait pas, maybe peut-être une fracture, on don't know. Maybe it's broken. Maybe. And she can't go to the hospital because we have to take train and travel, so we don't know. Ну, возможно, у нее перелом, и ей нужно поехать в больницу, чтобы узнать, в чем проблема, а у них еще и поезд ко всему, поэтому. Так, коллеги, еще вопросы есть? Есть еще? Да, тренер, наверное. Уже мы в этом сезоне играли и с УГМК, и с Курском. Какая команда сильнее? In this season you played with UMC and Kursk. Who is the better? Who is the stronger? Who is the difficult opponent for you? Can you repeat? In this season you played with UMC. Et Kursk. Qui est le meilleur? C'est difficile, mais pour moi, c'est les deux meilleures équipes. It's difficult, but for him, it's the two best teams. C'est difficile à dire, parce que c'est une bonne команда. Bonjour, mon collègue. On peut y aller? Oui. Merci pour votre accueil. Nice trip and good luck. Thank you. Merci. It was nice to see you, to meet you. Good luck for the other game. Как он? Вниз? На лифт, наверное. На лифт. Может на лифт, может так. Не знаю, посмотрите, лифт автобус забирает или машину забирает. Это Соловей, да, им нужно еще успеть. Команде нужно помыться, еще поужинать. И она знает. Это было их решение вернуться в отель, поэтому так. Можно завтра.
воскресенье особо легко у нас, да? Да, я сейчас говорю. Давай, я подумаю. Ну, когда? Может, завтра тренировка у вас, я попадаю? Хорошо. Давай сделаем. Давай на следующий. Уважаемые коллеги, да, давайте, Эпифания Принц, Гундар Светер, главный тренер, по просьбе, давайте сначала Эпифанию отпустим. Вопросы, пожалуйста, Эпифания. Наверное, как часто встречается в ее карьере. How often do you make double-double in your career? I've only had a double-double one time. A rebound, not even assist. Ну, у нее был всего лишь однажды double-double. Она подобрала... How many rebounds? Yeah. Maybe like 10, maybe the minimum 10. Ну, около 10 минимум подборов у нее было. А еще 10 передач или больше было? Да. Have you... 10 passes or more in your career, basketball career? No, I was always shooting guard, so I shoot. No, она больше бросает, она больше атакующий защитник, поэтому она больше бросает. Еще вопросы, пожалуйста, Эпифания. Есть еще вопросы? Да, все-таки по матчу, впечатление игрока матча. It's about the game, the emotion. I just wanted to come out and be aggressive, my teammates, and I knew that this team was, pretty good on the road. They had some big wins on the road, so we just wanted to take care of business at home and get the win. Она и ее партнерша по команде старались играть агрессивно. Зная, что у этой команды уже есть две большие победы на выездах и мы просто хотели, она говорит, что хотели сделать свою работу дома, которую мы делали. Тут уже сейчас, наверное, на Гундерса перейдем. Эпифанию можно отпустить? Есть еще вопросы к Эпифании? Сянки. Ой-ой-ой. Так, Гундерс Витер, главный тренер «Динамо». Давайте пытать теперь нашего тренера. Результатом доволен, игрой и моментами. Очень хорошо играли моментами, играли чуть провально, но результат главное, и как бы в последних играх нам удается и этого результата добиться достаточно так. Нельзя сказать, что уверенно, но без больших проблем, скажем так. Поэтому на сегодняшний день я доволен, как мы продвигаемся в Евролиге. Сегодня вот эти небольшие провалы, которые были, они по какой причине, из-за чего они? Ну, много, там есть много причин, я не хочу каждую сейчас перечислять, но я уже вам как-то раз говорил, что игра не бывает, что так на одной волне как начали, так и сыграли. Ну, как, какие-то, чуть какие-то замены, чуть какие-то решения, там, нападения в защите. И она же игра, и мы же играли, я считаю, что против хорошей команды, это чемпион Франции. И если вы, опять же, смотрите женский баскетбол, вы понимаете, что обыграть во Франции Бурж, это не так просто, стать чемпионом Франции, поэтому команда самых добрых слов заслуживает, и команда очень хорошая. Я доволен, что мы ее обыграли, и обыграли достаточно уверенно. Сегодня команда играла в агрессивный, быстрый баскетбол, об этом говорили соперники, но вот
это была какая-то определенная установка на эту игру, либо же это стиль, это установка на все игры после главы? Ну, на самом деле, это, наверное, чуть у нас есть проблемка, что мы пока еще не можем уловить эту баланс хороший между быстрой игрой и между поспешной игрой, потому что у нас, когда мы играем быстро и принимаем хорошие и правильные решения на скорости, мы выглядим на самом деле хорошо. А когда мы просто начинаем выполнять, скажем так, неподготовленные поспешные броски, это уже совсем выглядит совсем по-другому. И отчасти от этого у нас не все и получалось моментом. Тренера, а как вот команду остановить, чтобы оградить от поспешной игры? Что нужно делать? Ну, это, в принципе, как бы и наша часть, как бы нашей установки и мышления игрока, понятия игрока, в какой бросок является хорошим для команды, какой не совсем. И да, мы об этом думаем, об этом говорим, об этом и как бы стараемся. Но опять же, вы понимаете, когда собраны суперзвезды, они все считают, что они и все хотят и считают, что они могут бросать, и что они заслуживают эти броски, поэтому я тут особо давление на это делать, наверное, было не совсем правильно, просто тут, ну, если ты взял ответственность за броска, если он даже не есть самый подходящий, тогда забивай его. Пожалуйста, коллега. Ну, я думаю, что сейчас доктора разбирается, но в этой игре она, когда после того, как упала, она сказала, что уже не сможет больше играть. Надеюсь, что все будет хорошо. Ушиблась, и сами видели, упала не очень, скажем так, приятно. Она вышла, да, в принципе, как бы я по ней у меня, она выходит, скажем так, очень неплохо, и как бы я думаю, что заставляет и меня, как тренера, и других игроков думать о том, что у нас есть сильный игрок на скамейке, от которого, если так будет продолжать, будет получать еще больше доверия от нас. Да, понятно, что эти три фола, они такие быстрые, может быть, не всегда правильные фолы, они выбивают игрока из ритма. И Женя, может быть, это чуть случилось, но я думаю, что последний ее выход, когда она на трех фолах там, в последнюю четверть отыграла здорово и отзащищалась, и подобрала, и там претензий как бы нет. Просто, может быть, в очках она не настолько сегодня была заметна, но так она, ее вклад большой. Коллеги. Все. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. 7 числа увидимся всех.